Работает. Не, за старчик это этим же заниматься надо. Я не против, если кто-то именно хорош. Это именно если ему интересно человеку. Он слишком хорошо в этом разбирается, следит. Спорт, ну там конкретно там что-то там. Слишком много информации знает, понимает, то пусть это делает, занимается. Мне это как бы я редко сейчас смотрю это. Я понимаю, что это будет момент чисто интересен, типа, типа эмоции получить какую-то там, выиграл, проиграл. Но мне это не интересно, потому что выигрывать, проигрывать я уже в другую игру играл. Мне это не нужно. Так. Продавать прогнозы этих шарлатанов в интернете, сколько там прогнозов продают? Старочка. На каждом кругу, на каждом шагу. Все разбираются, но... Это... Так, я не знаю, что сделать, собрался вообще. Так посидеть. Первый раунд. А так посидим первый раунд. Там левелапы. А если слабый заходит, то БХшки дам. Да все равно БХ да надо давать. Гоблинам дополнительный урон. Никера бы быстрее добить. Да, здорово. Раньше пришел. На удачу поставим.
А, я лайк поставлю. Молодец. Все хорошо в этой игре, да? Классико. Люциус, здравствуй. Ой, не вижу, не вижу. Разница кто, да? Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн. Все, быстренько. А что ей надо? Ферштейн, ассенсор. Этот раз не под конец стрима. Получается. Ну, мы еще поиграем. Стрим 2 часа дойдет. Так, вот посмотрю, кто что собирает вообще, чем планирует играть. Надо же блин делать. Может погодиться. Ну да, просто сижу дальше то же самое делаю, поиграю, нажму. А престол все равно нету. Ну да, не. Да, хорошо. Они все дерутся, Малефик даже никто не берет, по-моему. Поэтому все хорошо. Когда мы хотим проиграть? Да вот в том-то дело, что не особо хотим. То есть пока что стрик тоже выгодно сидеть. Проиграли, поставили. То есть я тут ничего не делаю. Правда сейчас усилился, можно сказать. Ускар самый сильный был среди всех. Ну может Марси, Монг типа. Ну ладно.
Можно поставить хумов, хумов мехов, пока выигрываем, стоять. Престов, престов. Дали бы мне, может, дазла, может, я бы уже поставился. Как надо. Но не дают. Еще хускар. Джаггера. Что мне с ними делать? Да, ничего не надо делать. Проиграем и все. Потом Жан решил сейчас тоже наролиться другой. А, они оба выбрали тролли луну. Пять фриролов, а там мультикаст есть, я не хочу. Я в лейт выхожу. Я вообще никуда не спешу. Там поставят самочка. Что мы с этими роллами? 14 проигрывать нельзя? Да, я не парюсь. Усиливаться тоже не хочется. Пусть только так. Снэпка не, не вырос еще, да. Я, кстати, не буду сейчас брать Малефик. Возьму на 16-м. Два урона не хочу считать. Да, ничего страшного. Классик. А, я еще не успел. А, нет, успел. Все нормально, успел. Здорово, чуваки, здорово, Петь. Мне все еще пристань дали, да? Классико. Павлович, здорово. Ну тут видите, Golden Roll есть. А, нет, нету, да. Ну ладно, тогда. Олеон, hello, thank you very much, thank you for it. Ирк делает.
Тебе нужно проигрывать, тебе экспу дает. Проигрываешь. Сколько урона курьер получает, столько экспу дает. Я до 25-го, получается, здесь могу сидеть на этом перке. Никто его не брал сразу. Все проигрывают, особо не спешат. Он соленый лустрик только держит. Ассасинов, что ли? То есть хумов, волыня. Бунка дабл. Попа сильно. Два бога есть. Дум вернулся. Смотрим, тут что делает. Ступайр. Ну, на 6 фумах тут хорошо играют. Это... В общем, двое на лунах собрались. И 3-6 фума, да. Спокойно себя чувствует. Это... Элитки нету, еще ни одной лиги не открыли. Вот это. Я почему должен к 25-му в 10-й, да, выйти? Понимаю. Да, здесь раз у меня прилевел. Прилевел 9-й. Я ролю. И что-то еще собираю. Мне не надо. Будет. Ну, две лиги открыли, нормально. А в 10-м дальше ролиться будем. Закира в поле, да.
Ну так я оставлю раз Джекер, понял. Можно Виапон взять, можно Марш взять. Вы бы что взяли? Япон сразу Марш. Сейчас 10-й выйду, да? Успеваю. Классико. Чеснок, привет. Марш хорошо тоже. Классико. Ладно, не видно. Ванес, привет. Япон темпови, да? Под рефреш, под все такое, да? Так. Это и духов пуля. Кто что собирает, надо смотреть еще. Андеды. Мы пока, ну вот это. Ну Таурена слишком сильно здесь. Вот против каждого билда смотришь, Таурена очень сильно. Тут просто ассасины пока у меня, они в принципе тоже, да, хороши. Лишака я не вижу, но темпларка если есть, то... Таурены порядки. Классико. Сега, привет. Прям еще хп, да. Просто с хумов продаю. Ставлю до этих. Подерусь. А так поставим. Ассасинов нету. Опасный стрик. Нормально подрались как надо. Кунку бы еще добить. Да, четко все. Виапон получается возьму. Классико. Блин, а что так много всего? Так, пока что это продам. Вот так взяла.
А, Глюкнир? Сильно в 2 турена. Че бы я сюда еще мог поставить? Что-то сюда дам. Что переделать не буду. Каст в клопе. Реки есть. Драконы могут еще быть. Это... А. Не знаю, может стол не настолько сильный, может ролл пожать. 7 фриролов, я наверное знаю. Да, прыгнем. Давай. Лучше нормальный дракон. Сейчас мы к нему придем. Дракон хороший. Но таурены пока могут быть лучше, но я продал уже. Сразу. Гирокоптер как раз остался, да. Так, гирокоптер остался. Разберем, сделаем. У меня Виапон тут еще работает, поэтому я сейчас шмотки не крафчу, смотрю, что тут
можно придумать. Глипнир вообще мне не нужен, да. Особо из этого не нужно. Мы крафтим. Ого. Это так будет так. Можно и вернуться. Рапира. Можно и гирокоптеру вернуться, что ли? Ганима тут нету. Что брать? ВКБ ждать, может с огроходом, с рапиром сыграть. Перекрафтимся. А. Дамару просто будем ставить. Ладно. МКБ, да, нужен будет там. Что такое? Thank you.
Уроков там ставим, успеем. Варлоков нет, а таким образом. Дэмэджа мало, да, мне было. Вот появился из тура. Гурпут из тура. Вот нажим. Хикса просто поставился. Сейчас посмотрим, сейчас еще переделаем, успеем. И мне, по идее, демон, да, еще нужен. У меня он ассасин теперь еще. Демона нету. Как-нибудь надо сделать. Пограбует. Жми, жми, жми. Блин, когда нужно крафтить? Например, да, вот что-то не надо денег. Классико. Перелился, ну да, БКБ, БКБ, КБ, БКБ надо.
Неплохо, да, без буквы Б. У нас есть уровни ассасином является, значит прыгать должен. Почему не прыгает? Он не ассасин, почему не прыгает? Пеликлюс не можно ничего. А, вот, да, вот ничего можно, да. Можно. Без помощи я не хочу апать. Сейчас этот магнус тоже, да, улетит. Да, вот кентавры. Да, все, кентавры, хорошо. Нажал. Работай, пожалуйста. Или не работает. А там я раньше выбил. Там лучше получилось, да? Да-да. Ну как-то хреновенько все равно. Ну да, что-то с ассасинами он вперед не прыгает. Тут вот кентавр, кентавровым он бежит. Вперед не прыгает почему-то.